Добрый день, вашему вниманию микс Германия Winter Крем. Это хит продаж. И давайте начнем. Итак, большие бюстгальтера. Они здесь, как правило, без видимых следов износа. Наверное, тут чашка Е, вот этот вот поменьше. Все они пушап. Тонкая шапочка. Я бы сказала, что он уже такой весна. Том Тейлор S. Потом танковка, вот видите, то есть у нее получаются открытые плечи, здесь какая-то штука. В общем, такая она сложная. Может быть, это зад, кстати. Я думаю, что это тоже эска. Мужские трусы, синтетика. Зара, размер М. Детская толстовка, она без начеса, такая, ну, как бы потоньше. Я думаю, что лет на 8. Потом здесь у нас получается 2XL хлопок с начесом. 2XL туника. Я считаю, что это не платье, а именно туника. И поехали куртки. Первое, вот это все дальше будут куртки, но они лежат обычно в начале мешка, поэтому больше их не будет. То есть, наверное, это все. Так, итак, Элька. Это куртка демисезонка, либо на 4-5 градусов мороза максимум. Здесь то же самое, XL, мужская. Вот это она потеплее. То есть я бы сказала, что для активного отдыха зимой, если не сильно холодно, не минус 25, она вполне со штанами, с флисовой толстовкой термос будет как раз таки хороша. Пальто Цеунда. Размер непонятен, но я думаю, что это эска и ленка. Буклированный материал. На замке есть карманы, они обманки. Карманы вот тут получается. Ну, такой, знаете, спокойный немецкий стиль. В принципе, за что и любят Германию, за то, что у нее размеры хорошие. 38 размер, стеганая удлиненная куртка, капюшон не отстегивается. И совершенно классная такая Аляска Анджела Литрико. Я думаю, что она XL. Капюшон не отстегивается. Один слой синтепона. То есть теплая зима. Либо осень. Итак, это и стринг с кружевами. Почти как одна единица. Пишет так. Хлопок. И хлопковый бюстгальтер, тоже с крупной чашкой, ну, в отличном состоянии. Спортивная кофта, размер S. Наличие спорта, наличие больших размеров, наличие натуральных тканей, любимых брендов, 3X хлопок с небольшим начесом. Вот за что любят Германию. Она понятная повседневная одежда, при этом, ну, такая достаточно качественная. Так, Ливерджи Элька с начесом. Снуд оверсайз. Вот она, совершенно классная ветровка 46 размера. Женская, капюшон отстегивается, много таких вот деталей, карманчики-то у нее на кнопочках. То есть это говорит, что это тебе не дешевка какая-то. Плюс хороший размер, плюс ткань водонепроницаемая, ветронепродуваемая. Отличный вариант. Толстовка 52, двухслойная, без начеса, конечно. Штаны для активного отдыха, вот, с отклеивающим, видите, то есть у них по бокам есть проветриватели. Ну, в общем, уже такие хорошие, спортивные, по-моему, беговые, я вот не очень сильно разбираюсь, но, по-моему, это беговые штаны, размер XL. Вот она, вот женщина везет в этом лоте, ну, хотя, может, я не права, смотрите, какая четкая снова. Еще раз. Она хоть и бонприкс, но капюшон у нее, конечно, не на замке, а уже на пуговицах. Но вот знаете, она классно выглядит. То есть она такая вот
такие любят. Ох, большой, куртка большого размера. Ну, я так думаю, 2XL, 3XL, женская. 11,8 типона. Вот, мужчинам тоже повезло. Достойный вариант. Хороший трикотаж. Так, размер 54. Такая бизнес-модель хорошая. Вот что у нее здесь? И водонепроницаемый, и ветронепродуваемый. При погоде не очень хороший используется. Это дождь, это ветер, какое-то облако. Хороший бизнес-вариант. Хорошая куртка. Есть капюшон. Пальто Сесил, размер Элька. Парка. Женская. Курточка, или можно сказать ветровка из искусственного меха. Она с карманами на кнопочках. Вот такая, знаете, выдержанный, спокойный стилек. Вот как любят, даже молодые девушки любят. И вот опять везет женщинам. Классная куртка, много деталей, говорящих, что она не дешевая. Посмотрите, у нее есть рукава, светоотражающая полоска здесь. Давайте посмотрим. У нее замок туда-сюда раскрывается. Шикарная, да? Обалдеть. Здесь флис. Капюшон у нее на замке отстегивается. Ну, да. Женщинам везет в этом мешке. Классная куртка. Классная. Водолазка Гольф Циунда S по размеру. Хлопок. Ну, тонкий хлопок. Водолазка Лапша XL. Джемпер H&M хлопок S-ка. Гэри Вебер XL или 2XL. Штанишки на высокой талии. Они такие, знаете, у них мягкая такая трикотажная ткань. Они вполне такие тепленькие, можно сказать. Термобелье XL. Джессика Циунда по размеру 42. Джемпер Примарк S. Джемпер L, катон. Джинсы 44 размера, они более уже легкий вариант. Платье Апорт на... Ну, это знаете Апорт, да? Это же из магазина 40 размер. Как я даже забыла, как он называется. Ну, такое вечернее платье. Шапка с флисовым... Внутри вставыша свитер оверсайз. О, классные штанишки спортивные. Прямо песни, а не штанишки. Маленький размер S-ка. У них есть резиночка, шнурочек. Модель модная. Ну, то есть, такие они, как бананчиками. Карманы. И посмотрите, как нога сделана. То есть, есть манжет. Он очень, кстати, узкий. Будет практически облегать ногу. И есть замок. Классные штаны вообще. Ткань синтетическая. Гольф размер M. Так, джинсы Ту. 46 размер, 32 рост. Это S Oliver. Штаны. Они не промокающие, не как бы такой плащевка. У них нет... Вот единственное только... Вот. Два замка сбоку. По размеру они XL меньше. То есть они большие. Хлопковая кофта. 48 размер женская. 44. Тонкий джемпер сложного кроя. Размер M. Она как туника идет. Юбка. Такая немножко шерстяная, что ли. Я думаю, что размер M. Трикотажное платье L с хомутиком.
средняя длина, 36 размер травка, джинсы 36 размер, 34 рост на болтах, обычная классическая модель и плотная джинса, шарфик, юбка, имитирующая кожу зам, вернее замшу, это размер М, Вера Мода. Классные трусы мужские, Adidas, Adidas, плавательные трусы. Похоже на Эссоливер блузка. Детские штаны хлопок с небольшим начесом, 110. Джинсы, они, знаете, вот это джинсы, они не джинса ткань, а как трико. Трико, только сделанное в форме джинсы, тоже 110. Платьишко с бусами, Жанина, 36 размер, как туника, что ли. ОВС, 48. Хлопковый джемпер М, мужской. Курточка мужская. Здесь у нее, посмотрите, есть флисовые, то есть она получается и как ветровка выступает, и как утепленная куртка, потому что у нее здесь флисовый подклад в виде кофты, который полностью отстегивается на замке. И у нее есть капюшон вот здесь вот, который, ну, тоже есть. Так, по размеру, вот знаете, по размеру непонятно, но по ощущениям это XL. И куртка спортивного образца мужская, размер M. Пеньюар. Кроп-топ спортивный. И трусики XL, хлопок. Клокха Цеунда, Элька, удлиненная толстовка, без начеса, размер М. Кардиган 44 размера. Юбка из хлопка, спортивный вариант, на резинке. Внутри красивая резинка. Я думаю, что это Элька. Штаны хлопок. Лет на 8, наверное. Джемпер, кофточка. Размер S. XL, Канда. На болтах. Непонятно, какой размер. Я думаю, что это 27-й, 29-й. Шорты хлопок на ребенка. Опять же, трикотажные штаны, сделанные как джинсы. 116 размер. Шарф. Ну, я думаю, что это детский шарф. Акади, да, Акади вот написано. Это же детский бренд, да, из Германии. Блузка. 46-й. Джанина хлопок. Есть начес. Так, 64 размер написан. Но она реально большая. Так, 38 хлопок. 42. Более, скажем так, на более теплую погоду штанишки. Это М-ка штаны из флиса для домашней носки. И спортивная такая толстовка. Ну, я так понимаю, что это либо корейская, либо японская. Она в творческом стиле. Я только поэтому сужу, что она откуда-то оттуда. Потому что там вся одежда такая очень в таком творческом стиле. Она Эссоливер М. Амису М. На кнопочках. Бинотти
40-42 хлопок, такой жакетик М. М. Футболка. Думаю, что L или XL. Джемпер, толстовка, мужской с начесом, XL. Детская, 128. Кофточка, оверсайз. 46 размер, плотная джинса, на замке, замок в рабочем состоянии. Они не слишком длинные, это классическая форма. Так же, как классическая форма платья, это Джессика. По размеру непонятно, но оно точно не М, а чуть побольше. Двухслойное, с гипюром и хорошая длина. Платье лапша. У него модель такая вот оверсайз. Расклешенная к низу. Блузка нарядная. Так, размер 40. Фланелевая рубашка на мальчика, подростка. Штанишки Gap детские на 10 лет, леггинсы. 140 рост, толстовочка, и 152 рост, танковка. Все это детская одежда. Так, джинсы на замке, замок в исправном состоянии. Размер 40, явно женский, есть стрейч и резинка сзади. Джинса плотная, но не настолько, чтобы там серьезно как-то. Вот комбинезон, то есть немножко зауженная нога. Размер 42, эсмара. Нормальный джинсовый комбинезон. Street One, флис, S, H&M, S. Жакет, мягкий жакет без пуговиц. Юбка в немецком стиле, эсприт, размер 36, хлопок. Амису, S. Рубашка M, это Цеунда, похоже на новую. Так, здесь XL, такие, знаете, в стиле хиппи штанишки, 44 по вороту, хлопок. Здесь Джанина 34 размер, металлические бляшки по обоим, это скини модель, по обоим бокам, вплоть до самого низа. Так, здесь у нас 39,5 по вороту. Вот это классная штучка. Здесь присутствует настоящий мохер. Это эсприт. То есть попробуйте своим клиенткам. У нас короткий сезон для носки таких предметов. Но они делают образ неповторимо женственным, неповторимо и плюс к этому очень теплым. То есть вот эту штуку нужно одевать на тонкую курточку, желательно без капюшона, такие, какие носят поздним летом. И вот когда лето переходит в осень, либо лето холодное, либо можно поздней осенью, если осень теплая, просто вы, ну, как предложите вашим клиентам одеть на курточку. Они сразу почувствуют, что это большой шарф оверсайз, который обтягивает полностью плечи, спускается до низу. Невероятно красиво и невероятно тепло. 38. Bon Prix. Цеунда Элька. XL хлопок. Велюровые штаны. Штаны. Хлопковый, ну, хлопок. Тоже детская танковка из двух частей. Bon Prix. На подростка рубашка H&M, маленькие трусики, тоже H&M на подростка, на кнопочках.
штаны стретч на замке. Пятьдесят два рост, танковка, юбка 152. Это на мальчика танковка 140-134. Эсприт джинсы на молнии, на замке. Стрейч. А тоже детская танковка. Впрочем, как и это. И это на 152. И это на 140. Разница в том, что есть девочки, есть мальчики. А так они все танковки. Штанишки Эсмара, размер S. По факту такие леггинсы утепленные. А, Джанина 40 размер. Жакет. Жилет. Элька. Хлопок. Детский на 152 рост хлопок. Love Street One, кардиган из тонкого хлопка. Здесь идет кофта с гипюровыми вставками на конце, это Bon Prix, это 52 размер. Хлопок. Буклированная юбка на резинке Street One, резинка очень плотная. Средняя длина и сзади есть разрез. Это колготки, обыкновенные колготки на XL, они на низкой талии, но, ну как колготки, нет, получается, это леггинсы. Но это нижнее белье, я про это вот хотела сказать. S. Oliver, Элька. И кофточка лапша H&M, размер L. Зимняя шапка, искусственный мех внутри. Штанишки. Видите, у них внизу манжеты, у них начес. Они либо эска, либо на подростка, на девочку. Канда, XL, S. 34, хлопок, Cecil XL, сорок шестой размер, танковка по факту, но, ну, как бы инструктирована кружевом, поэтому такая нарядная. 46 размер, стрейч на замке, свитер оверсайз L. H&M детский, детский комбинезон, флис внутри, лупилу, 86 сантиметров, состояние отличное, капюшон отстегивается, штаны кривит, 36-38, женские, ну, знаете, такие термоштаны для поздней осени, Гэри Вебер, жакет, жилет. Детская, 134, травка, М, хлопок, термобелье мужское, ну или как, да, ну как, гамаши, нет, как это называется, Пауль Бир, Элька, синтетический жилет удлиненный H&M, 38 размер, трикотаж, юбка, такая обыкновенная, но она как обыкновенная, вообще это марка Polo, 40 размер, шерстяная ткань, женский стрейч на замке, ну, не меньше, чем 44-й, H&M, 38-й, футляр, Гэри Вебер, вельвет, курточка мужская,
удлиненная. Вот единственное, надо ее постирать. Я прям не знаю, это единственная вещь, которая, знаете, ну прям ну так и хочется взять ее салфеткой вот так потереть. 54 размер. Капюшон отстегивается. Она настолько теплая, по крайней мере, с виду, что мне кажется, в ней можно в Арктику ехать. Так выглядит рукав. Удлиненная модель. 54, но надо постирать. Вот ее надо постирать. Ой, совершенно классный кардиган, то ли пальто, H&M, по размеру М-ка. Ну, прям, знаете, индеец вот такой, знаете, ну, классный, классная штука. Олимпийка, размер S. Бюстгальтер. Пушап. ТСН. Найк. Детский. Флис. Эска. Хлопок. А здесь тоже эска. У нее, смотрите, рукавчики фонариками. Хлопковая танковка. Only L. Перфорация есть. Ажурная вязка. Это 128 хлопок. S. Oliver. 38 размер. Оверсайз модель. Рубашечка на 86. Штаны XS. Хлопковые. Это велосипедки. И S-ка. Это хлопок. Подробности об этом лоте читайте под видео. Буду рада любым комментариям для того, чтобы улучшить качество нашего видео. Спасибо!